Дорогие друзья, закончился у нас слет школа трезвеннических сил на озере Тургаяк. Прошел он успешно, было около 450 человек из 56 городов России. Были у нас представители много Казахстана, Украины, Германии. Проведено несколько сквозных курсов. Курс эмбриологии, как всегда. Проведен курс по методу Шичкова, восстановление зрения, избавление от вредных привычек. Проведены лекции, материалы. Украсил наш слет солнечный принц, который занял всех детей и взрослых. Я считаю, что это очень хорошее было мероприятие на нашем слете. Поэтому нас порадовала великолепная погода. Очень теплая вода в этом году. Ну и я приглашаю всех на 30-ю юбилейную школу «Слет» трезвеннических движений в 2019 году. Приезжайте, не пожалеете.